Меня зовут Иконников Николай. 7 лет назад моя сестра умерла от рака. Ей было 29. Я Кузнецова Ольга. В 2013 году ушла из жизни моя любимая свекровь. Диагноз – рак. Ей было 65 лет. Я Любченко Оксана. 1,5 года назад умер от рака мой племянник. Ему было 5 лет. Рак не спрашивает, сколько тебе лет. Раку не интересен твой социальный статус. Раку безразлично твое вероисповедание. Он приходит внезапно, и твоя жизнь разделяется на до и после. Я Подобедова Анастасия. В прошлом году мой папа смог победить рак. Посмотри вокруг, протяни руку помощи, шагни навстречу тем, кому ты нужен. Помни, чужой беды не бывает.